Господи, услыша слух Твой, убоялся, молчи, моление мое, воистине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не мне, Иисус, рабом Твоим. Так и не оправдись я пред Тобой, вся в живой. Так и погнав раб душу мою, смирил есть в земле живот мой. Посадил на есть в темный для померкного века. И уныло мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянул дни древне, поучался во всех делах Твоих. Творение руку Твою поучался. Воздех в Тебе, руце мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услышим, и Господи, в чизе дух мой, не отврати лица Твоего от меня. Ты просвещение, Иисус не мой, ума моего, Ты спасение отчаянного души моя. Спаси Ты, Иисус не мой, муки избави, гиенами зовуща. Спаси, Иисус не мой, прести меня, окаянного. Все конечные, Иисус не мой, нас, страсти бесчестия не извержен. Ныне зову, Ты, Иисус не мой, помощи мне, руку не спасла, приступ не зовуща. Спаси, Иисус не мой, прести меня, окаянного. Спасибо. Да кто вопрос? Задай вопрос, пожалуйста. Засыпку. А вот, 142 минуты. Измени меня от врагов моих, Господи, в Тебе прибегло. Измени меня от Мы обращаемся к Господу, чтобы Он нас избавил от наших прав и к Тебе прибегло. И мы к Нему прибегаем. Спасибо. Молодец.